Ребята, всем привет. К сожалению, сегодняшнее прохождение будет без комментариев. Были траблы со звуком. Я играл уже в игру, переигрывал одно и то же 3 раза. Там перекидывал сохранение через эмулятор. Где-то не сохранялось, где-то не загружалось, где-то вылетало. В общем, нашел более-менее адекватную версию. Немножечко по-другому переиграл. Некоторые моменты я повырезал отсюда, чтобы вам... Ну, не смотреть на одно и то же. Надеюсь, вы оцените. Игру я наконец-таки, неужели, прошел. Всем приятного просмотра.
Thank you.
Моего мужа. Я знаю, что вы ищете. Вы ищете G-вирус, не так ли? Но вы его от меня никогда не дождетесь. Это дело моего мужа. Нет, вы шпионили за всем, работая здесь. Вы знаете, почему я об этом говорю? Что? Вы ведь и правда ничего не знаете. Так ведь? Она тоже одна из посланных агентством. Она тоже является разносчиком G-вируса. Это ложь. Теперь это правда. Я обнаружила это, проверяя ее прошлое. Она специально сблизилась с Джоном, стала его близким другом, чтобы добыть информацию об Амбрелла. Этого не будет. Я знаю ее. Это не сделает ничего подобного. Если ты не веришь, то мне на это наплевать. Ты все равно умрешь. Что случилось? Приведена в действие система самоуничтожения. Повторяю, приведена в действие система самоуничтожения. Остановить действие системы самоуничтожения невозможно. Всем служащим необходимо пройти на нижнюю платформу для посадки в спасательный вагон. Лен! Жду тебя, Лен. Что ты делаешь? Вы знаете, в чем дело. Так что тоже заразитесь G-вирусом. Я не могу поверить. Она была права во всем. Я же просила оставить меня! Но ты же меня не слушал! Все кончено. Не заставляйте меня стрелять в вас. Ты можешь мне позволить. Прошу тебя, не уходи! G-вирус. Лен, все, конец. Сейчас пусти меня. Ты должна это сделать. Это слишком поздно. Мы оба знали об этом. Нет, я обещаю, мы спасемся.
Вы можете рассчитывать на меня. Я действительно хотела спастись вместе с тобой, Лиэн. Спастись из... Все. Прощай. Пять минут до взрыва. Пять минут до взрыва. Thank you.
Ты в порядке? Да, все нормально. Все позади. Нет. Я должна найти своего брата. Ты права. Все только начинается. Прощай, Эйда. Thank you.